Не знаю, пока мест не нашел, но давайте попробуем сделать часы. Так, в памяти как они делаются, я забыл. Опять. Я вот не помню простых рецептов. Помню такие сложные. Так, вот это тоже нужно, по-моему. Если я не забыл, зачем столько много, я не знаю. Сделаем хотя бы сколько тут. Да, я оказался прав, все-таки тут 4 этого элемента. Сделаем 2 часов. Надеюсь, этого хватит. Надеюсь. То есть, вот. Раз, два, три. Офигеть, вы гоните? Не вы прикалываетесь, что ли? Это сколько мне надо часов сделать? Давайте сделаем 4. Блин, это жесть. Раз, два. Все, отлично. Что ж это такое? Я надеюсь, это не какой-нибудь рецепт для приготовления яичницы. Иначе я убью разработчик этого мода, Азонора. Оба-на, что-то интересное. О! Это круто. Мы создали улучшенную палочку. Это реально круто. Что это такое? А, все, мы, короче, с вами, смотрите, прокачали полностью все рецепты в начале и уже дошли до магических палок. Вот это самое то, что я хотел. И дальше потом вот это самое крутое, потом големы у нас идут и все. Ух ты, это что такое, не знаю. Короче, дальше у нас самое интересное. Так что останавливаться сейчас как раз не время. Хорошо, что я, ну, поставил режим обычного мира, иначе мы с вами сейчас померли. Давайте я сделаю себе еще шлемак из золота. Так. Я это зря, конечно, делаю, потому что я не берегу ресурсы. Ну, мне нравится золотая броня, она красиво выглядит. И так. Итак. Что нам нужно? Давайте с вами что? Я просто радуюсь, и я забыл, что я хотел сказать. Так, извиняюсь за микро. Ну, давайте с вами начнем исследовать что-нибудь. К примеру, вот песок душ. Так, 2 элемента. Призрак и какая-то ловушка. Неожиданно, честно. Неожиданно. Надо посмотреть, что это даст нам. Ого, отлично, камень. Может, это големы? Если это големы, то это просто чудесно. Давай уже. О-о-о! Это, скорее всего, големы. Блин, это круто. Так, нам нужна магия и импрессию. Вот что это за фигня? Ладно, давайте не будем пока забегать вперед и, так сказать, так. Нет, мы будем забегать вперед. Как же без этого? Мы с вами сейчас быстренько замагичим что-нибудь. Так, магия. Хотя что там нам надо? Давайте возьмем кристаллы. Это цветы мне какие-то, параша какая-то. И улучшим палочку свою. Я не помню, как она улучшается, ну давайте. Желтый, зеленый, синий, красный. Желтый, зеленый, синий, красный. А на каком верстаке? Ага. Желтый, зеленый, синий, красный. Окей, я запомнил. Желтый один. Один зеленый, синий. И красного нет у меня. Не может быть. Не врите мне, гады. Я стуманька. Стумани. Ой. Итамса. А хотя давайте. Заранее лупанем магию. Чтобы потом не этот. И красный. Ну, почему? Почему? Это, наверное, не на этом столе. Я ошибаюсь или нет? 50 виз. Так, 16 магии.
Да, я чуть-чуть отступил. Ну ладно. Сейчас поправим. Это, короче, аж здесь. Смотрите. На, мы ложим палочку с вами. Ну, кто не знает, сейчас покажу. Желтый, зеленый, синий и красный. И появляется у нас вот улучшенная палка. Но нам надо 16 магии. А чтобы добыть 16 магии, надо, короче, закинуть ресурс в котел. То есть, что мы можем закинуть? Давайте глянем. Так, мы ничего не можем закинуть. Надо посмотреть. Нет, это не хочу, не хочу. Давайте вот этот. Сколько там надо? 16. 12. Вот. 3 кристалла. Закинем. Вот так вот. Раз. Раз. Два. Раз. 16 магии есть. Воля. У нас получается вот такая вот магическая палочка, которая в себе собирает 250 виса уже. Это круто. Это очень круто. Это ж вы представьте, у нас есть палочка на 250 виса. Это просто класс. Так, и теперь нам надо вот это импрессив. Ой, давайте да выучим вот эти всякие паршивые элементики. Ну, которые мне просто не нужны. Так, стрелу выучим. Кости, ну, кости ладно оставим, как-то жалко. Все, хватит. И, кстати, надо сделать ферму. Ферму вот этой поганки. А где бы мне ее замутить? Так, ладно, я потом это все сделаю вне видео, потому что многие люди не любят смотреть, как фермы, этот, как он, ну, знаете, строится и все такое. Так что я сделаю это вне видео. Положим сюда пока что. Ага, нам нужна вот эта штука, мутация. Нет, не мутация, а импрессив. Импрессив. Я помню, он где-то есть. Слизи. Вот, да. Я помню. Жалко, что он только в слизи. Но, думаю, хватит. Давай. Есть. Вообще круто. Я надеюсь, это голем. Если это голем, то это вообще... Я в недоумении. А, это адская печка. Обсидиан, нетбрайк, короче, это печка у нас адская, то есть нам нужно 100 виса, откуда она, она вису потребляет, так, извините, это я мыслю, я пока точно не знаю. Адскую печку, где мы с вами ее сделаем? На улице. На улице это, конечно, круто, но как бы на улице не всегда все надо делать. Давайте мы ее сделаем прям вот здесь, она будет на нас так смотреть круто. Так, она у нас сколько? 4 на 4 я. Так, раз, два, три. Нет, три блока. Вот как раз три блока мы сделаем вот здесь. Раз, два, три. То есть диаметром 6 на 6, я правильно понимаю. Давайте мы ее сейчас тут сделаем с вами. И я покажу, как она работает. Конечно, придется немного потолок расширить из-за этого. Но оно того стоит. Так, три, три. И еще вот здесь три. Все отлично. И теперь расширяем потолок. Без него никуда. Без потолка, без широкого. Так, расширили. Сейчас покажу, как это. Ух ты, блин. Я испугался. Я услышал, как он идет. Забью. Как они входят? Наверное, то, что они на плитку мне нажимают и заходят. Да. Как-то это не совсем классно. Топорик, давай, делай свое дело. Все. Надо поспать. Ну его нафиг, а то сейчас начнут опять эти твари лезть ко мне. Я их боюсь. Особенно, когда они так со спины ко мне. Если это крипер зайдет, то что? Я ж вообще потом ночью спать не буду. Так. Ну то я, конечно, смеюсь. Так, где у нас вот эта фигня? Таума
Даумевый ресурс. Вот он. Надо сделать меч. Палок нет. Ну да, откуда у меня палки? Я же забыл. У меня их, как всегда, нету. 4, 5, 6, 7, 7. Вот так, по 10, по бах. Отлично. Так, меч. Что это было? И лопату сразу же сделаем. Все равно один остается, куда нам его девать. Лопата тоже неплохо. Угу. Теперь. Печка. А как делаются стальные решетки? Я забыл. Я много забываю. Либо я забываю, либо я не знаю. Стальные решетки. Я должен помнить. Нет, я ж помню как-то. Нет, не так. Может так? Опять не так. Да как же они делаются? Это бред. Я помню как. Ладно, я потом гляну, как делается стальная решетка. Или нет, сейчас, чтобы сразу было видно. Так, все, я гляну, как она делается. Только не смейтесь над этим. То, что я забываю. Вот оно. Отлично, но нам еще нужно ведро лавы. Да, нам придется идти вниз. Это будет лава. Надеюсь, я там не помру, как всегда. Как я люблю. Лава, лава, лава. Это, конечно, хорошо. Когда она рядом. Так, ну туда идти я не вижу вообще смысла. Тут пауки. Давайте прорвемся сюда вниз. Там все-таки была лава, я не хочу ничего менять, там же и добудем эту лаву. Так, вот, отлично. Зачем куда-то далеко ходить? Тут у нас лавы. Как не знаю кого. Он чисто вниз спустится. Зачерпнул ведром. Как это, как сказать? Лаву зачерпнул ведром. Да, это как бы звучит немного. Ну, немного странно, хотя. Какой человек в старом уме, да, вот будет зачерпывать лаву ведром. Но оно так и есть. Будем вот эти кристаллы еще. Все-таки что они тут висят? Кристаллы тоже надо собирать, потому что мои сейчас закончатся и все с томанитом. Я больше его устанавливать не буду, потому что я ленивый, мне будет лень переустанавливать весь свой клиент, чтобы установить опять томанитом и чтобы брать оттуда какие-то предметы. Я очень ленивый. Я вот не знаю, я, может быть, вне видео похожу по шахтам, надеюсь, не умру, набью себе уровень. Ну, не знаю, не знаю. Может быть, вообще без уровня. Давайте сделаем наковальню еще. Что-то мне наковальню захотелось сделать. Там три блока надо. Железно на наковальню. Да, как-то... Как-то затратно. Да, там же три блока, если я правильно помню. Сейчас я опять ступлю. Нет, там все три блока. Да, я реально все помню. И вот наша наковальня готова. И поставим ее сюда. То есть, смотрите, мы можем чинить вот кирку, например. Чиним кирку с железа, да, вот надо. Три уровня у нас снимет за то, что мы починим вот эту кирку. Я правильно понимаю. По-моему, да. Также можно ее улучшать. Кто не знает. А, выкидывается. Ну окей. Смотрите. У меня вот есть книга тут одна. С чантами. Вот, к примеру. Панч один какой-то. Не знаю, что это значит. Я в английском как-то не сильно шарю. И давайте вот мы ложим кирку, ложим книгу. Не понял. Можно ж. Нетуйте меня. Я знаю, что можно. Так, ладно. Где моя любимая кирка? Вот она. И давайте же, наверное, сразу стол зачарования. А, обсидиана нет. А? Отлично. Я этому как бы сильно не удивлен. А что мы исследуем? Ничего не исследуем.
Мы чё, офигели? Вот, какой-то новый ресурс. Рецепт. Ловушка какая-то. Давайте ее доисследуем. В принципе, ну просто чем мы время теряем? Это то что-то. Итак. Ну, мы не просто теряем время, я просто хватаюсь за одно, за другое, я отлучаюсь, и у нас получается так с вами. Вот, книга. Нет? Почему нет? Что-то я путаю, да? Ладно. Давайте скинем сюда кристаллы, железо, золото, книгу, часы. Это все оставляем. Вот. Вот это нам нужно. А, нам еще нужен обсидиан. Я и забыл. Короче, 5 сек, я пошел за обсидианом. Блин, я спустился, короче, и передумал идти за обсидианом. Мне так лень его копать. Так что давайте мы сейчас с вами сделаем немного по-умному. У нас же есть уже палочка крутая. Сейчас мы еще немного поисследуем с вами. То есть, ну, я надеюсь, что мы удачно поисследуем. И наисследуем какой-нибудь посох. Я надеюсь, это будет посох равноправного обмена. Который потом. Короче, вы потом все сами видите. Сейчас я все это сюда скину. То, что мне не нужно. Так, ну ладно, это я оставлю. Кирку. Так, кирку. Пусть лежит. Возьмем опять отсюда все. Вот порох, вот эту парашу, эту. Ну, как всегда, без исследования нам. Я ж не могу без них. Все, мы вооружились нашими постоянными, так сказать, исследовательскими ресурсами. Понятно. Обмен. Нет, не подходит. Окей. Непонятно. Тут ничего. Машина, потенция. Нет. Потенция, какое смешное слово. Вода, нет. Книгу одну оставим как раз на стол зачарования. Магика. И железо. Как-то странно. Ловушка, да? Яблоко. Нет. Ничего не подходит. Это как-то реально странно. Давайте что еще попробуем. Что мы еще не пробовали? Свет. Конечно, нет. Я уже забыл, когда у нас последний раз использовался свет. Обычно что-то запредельно такое невозможное. Огонь. Огонь мы использовали, да. Это все использовали. Ну так нечестно. Я думал, сейчас мы быстро этот элемент выучим, а оно оказалось, что нет. А! Нитки мы еще не использовали. Вот в чем наша проблема. Блин. Наггеты. Тут стрелы. Еще одна. Да? Нет. Что же это такое? Ну что остается? Это остается все скинуть сюда, потому что это ничего не работает. Да, жалко, конечно, что у нас так быстро с вами не пошло это дело. Я думал, мы сейчас быстро выучим, а оно оказалось нет. Хитрожопая. Давайте возьмем это, возьмем забор. Тут такие вот элементики такие неплохие. Ну, многие, наверное, не понимают, но вот я имею в виду это мотус, то есть ветер или как-то, как оно. И вот вакус, то есть пустота. Да, вот. Вот это уже что-то интересное. И что еще может быть? Может быть, что... Так, машина нет. Давайте возьмем вот эти ящики. Ну, это не ящики, это шкафы. Понятно, они уже все отслужили. Что за элементы такие? Бородавки, типа бородавки. Может быть, там присутствует эта фигня. О, кактус. Может, там есть вода, а мы не знаем. Давайте кактуснем этот стол. Нет, тут только листы, то не факт, что он тут есть. Обмен не подойдет. Ну, я уже начинаю сомневаться, что туда вообще надо. Стекло, может быть, кстати, вполне. Стекло я еще не пробовал. Туда. Так, ну, тут смысла нет пробовать.
А где бородавка? Я не вижу. Где вы? Ага, вот. Вот о чем я и говорю. Может быть, тут вы, да? Нет. Стекло, последняя надежда. О, ну и отлично. А вот этот элемент, он почему-то не появился, когда я кожу исследовал. Ну ладно, у меня, в принципе, ее тьма. Можем быстро доисследовать. Это броня какая-то, я так понимаю. Или сапоги. Или скорость. Тю, банка какая-то. Ты, ну, это, конечно, не какая-то банка, это нужная банка. Она там, если мозги туда положить, они там что-то вис всасывают, что-то такое. Я не помню точно. Давайте с магией что-нибудь. Я не знаю, например... Ну что можно с магией? Давайте... Где у нас есть магия? Ай, хрен с ним. Давайте возьмем пару кристаллов. Потому все кончается на ум. Ох, блин. Нифига себе, это что-то мега запредельное. Аура и мотус. Ну, мотус это фигня, в принципе. Мотус. Тихо. Мотус у нас есть вот здесь. А аура? Аура у нас есть в перьях, да? Да, только у нас перья не заканчиваются. Давайте, да. Оба-на. Если я не ошибаюсь, по-моему, то, что нам нужно. И мотус. Давайте доизучаем мотус. Оба на машина. Окей, окей, я не против. Машина. И что? И что? Давайте возьмем этот, как он. Ой. Может быть, вот эта фигня. Или нет. Я просто не знаю. Машину мы использовали. Не, это не подходит. Хотя кто его знает. И надо еще взять перьев. Я что-то уверен, что там будет вот эта фигня. Вот. Валито. Да. Я угадал. И земля. Ну и земля, это в принципе не проблема для нас. А, нет. Проблема. Небольшая. Вот я расходую песок, да? Хотя я его хотел оставить. Ладно. Ничего страшного. Вот так вот. Надеюсь, это что-то полезное. А, чё? Это что такое? Я даже не знаю. Какой-то... Инфишен алтарь. Инфишен алтарь. То есть подъемник. Подъемный алтарь. Он будет поднимать воздух нас. Я так понимаю. Блин, это, конечно, все хорошо. Но мне нужен посох. Чё за фигня? Что может присутствовать в посохе? По-любому магия. Но она почему-то не падает. Давайте вот что-нибудь с книги выучим. Ой, блин, я пожалел уже, наверное, что я нажал на книгу. Ладно, ее оставим. Возьмем эти буксы. Вот эти. Там то же самое, что и в книге. Да, осталась вода. Круто. А теперь гадай, что за элементы. Не понял. Всего лишь два элемента? Да ну. Так как же ж оно долго. Ну, долго движется до своего стопроцентной цели. Ну. Ага, нет. Нас хотели надурить. Здесь еще что-то есть. А что здесь есть? Может быть, здесь есть вот это? Нет. Может, здесь есть какие-то мутационные техногенные действия? Нет. Железо? Нет. Окей, окей, окей. Ловушка. А, есть земля. Ну все. Песок я тратить больше не буду. У меня его... Ух ты, блин. И так осталось мало. Я возьму лучше обычную землю. То есть, вот так вот. Вот так по-крутому. Да ну нафиг, отвечаете. Вы че прикалываетесь, что ли, надо мной? Да ну нафиг. Я никогда не поверю. Что это за рецепт?
Я даже не знаю, что это. Вода. Давайте логично подумаем. Земля, вода и бронь. Какая-то земляная бронь. Давайте возьмем вот это, посмотрим, вдруг что-то выгорит с этого. Магика. Нет, по-моему. Хотя кто его знает. Мотус есть. Да, я уверен, что тут есть. Да, он есть. Ну давай, давай. Ну пожалуйста. Фак, он не доучился. Придурок тупой. Ладно, придется сделать еще. А мне не дерево. Какой же ж это косяк. Этого есть? Нет, этого нету. Мотус, еще можно из дверей его сделать. Мне так влом эти двери делать. А за... Ну, хотя и двери за бочками, ни на том, ни на другой нету. Дерево. О, магия. Что ж это за элемент такой? Тихо. О, это мозговитые зомби, у них есть мозги. Это умные, это мозговитые. Умные зомби, это вообще хорошо. Выпали мозги. Это хорошо. Ну, в какой-то степени, это хорошо. Мотус. Где еще может быть мотус? В лодке может быть. Ну, да, может быть. Ну, у нас ее нету. Черт. Поперли спать. Прикимарим немного. Да пойдем. Этот как он. Порубим немного дерева. Я понимаю, вам не хочется смотреть, как я рублю дерево, но придется. Да уйдите вы от меня. Сдохните, наконец. А я сейчас мозги позабираю. Во. Три мозга. Отлично. Тут помер, да? Помер, но мозга не дал. Жлоб. Настоящий. Ой, пойдем рубить лучше этот какой. Вот эти деревья, которые в джунглях, они такие самые здоровые. Сейчас сверху начнем. Вот аж вот с того дерева. С вот этого. И быстро закончим. Если выберемся из этой задницы. Да, выберемся. Ну и не с такого. Мы с ада выбрались. А тут вообще фигня. Так, лезем. Лезем, лезем, лезем. Еще оно так долго добывает дерево. Надеюсь, это не потому, что я как бы в полете нахожусь. О, слава богу. Точнее, надеюсь, что я нахожусь в полете, поэтому долго добывает. Все отлично. Сейчас у меня будет валом дерево. И уже нужды что-то делать из дерева у меня вообще не будет. Нужда в дереве пропадет мгновенно. Тут будет где-то два стака. Разработчики молодцы, что придумали такие джунглевские деревья. Они очень быстро рубятся. Их много и много дерева с них получаешь. Это круто. Такое дело всегда круто. Сейчас понаделаю опять этих заборчиков тупых. Буду радоваться. Такс. Топор этот вообще классно рулит. Рулит. Ну да, рулит и рубит. Все в одном лице. Так, собираем все, что понападало мимо. На нашу дерево, наше дерево. Все, сколько? Ну вот, да, не, ну, не полтора, конечно, стака, чуть поменьше, но все равно. То, что нужно. Коровки, вы тут пока сами по себе. Хотя мне надо собрать пшеницу. И заново ее потом посадить. Чтобы она росла. Так. Зачем, спросите вы? Затем, то, что мне надо будет чем-то кормить своих коров, чтобы они опять размножались. Все отлично. Да, просто чудесно.
пшеница вся собрана. Нет, не вся. Тут забыл. Теперь вся. Можно валить отсюда. Все. Так. Ой, куда мы идем? Давайте коров размножим. Не, не будем сковать. Не будем играться с лагами, это опасно. Ой, нам надо сделать дерево. То есть вот так. А как делается забор? Как делается забор? По-моему, так делается забор. Вот так. Нет. Вы меня обманываете, я знаю. Ладно, я забыл, как делается забор. Я ж полный нуб в Майнкрафте. Я гляну сейчас на сайте, и мы с вами продолжим. Хотя зачем? Сколько дает лодка? Мотуса. Я сейчас гляну, офигею, и мне не нужен будет забор. 4 мотуса дают. Вот это круто. Лучше. О, но они ж не стакаются. Да вы гоните. Реально. Да я лучше забор сделаю, сейчас гляну.